Физик из Австрии Эрвин Рудольф Шрёдингер принадлежит к той плеяде физиков, которые увековечили себя великими открытиями в первой половине 20 века. Эйнштейн, Бор, Планк, Дирк, Гейзенберг, Резерфорд в этом великолепном ряду и Эрвин Шрёдингер. Один из создателей квантовой механики, он получил Нобелевскую премию в 1933 году, в год, когда к власти пришел Гитлер. Ученый тотчас же уехал из Берлина в Оксфорд. Через несколько лет он вернется из Англии в город Грац, однако будет уволен фашистами из-за политической неблагонадежности. Затем были бельгийский Гент, ирландский Дублин, и только в 1956 году по приглашению президента Австрии Шрёдингер вернется в родную Вену. Блестящий ученый, он всегда уделял внимание философским аспектам науки, вопросам этики и религии. В его книге «Что такое жизнь?» мы читаем: «В науке головоломку тебе задает никто иной, как Господь. Он придумал и саму игру, и ее правила, которые, к тому же, ты можешь и не знать полностью. Тебе предоставляется угадать или определить на свой страх недостающую половину правил. Результат зависит от того, насколько количество истинных правил игры, навечно установленных Господом, больше числа ложных, порожденных вследствие твоей неспособности познать истину. И если данное соотношение превысит некий предел, головоломка будет решена. Похоже, в этом и состоит весь азарт игры». Эрвин Шрёдингер.